отлетела. Это вообще выкидывать. Меняем лампу на проекторе. Отслужил свой срок службы, начал темнеть. Сейчас будем новые ставить. Здесь боковинка. Отодвигается. Защелка. Сломанная была, сгоревшая. Я думаю, это новые. Это, кажется, сгоревшая у нас. Будем ставить, значит, вот эту. Рассказывай. Как день прошел? Нет, а ты с понедельника начни. Пользователям твоего этого канала интересно будет. А ты сам видел эту молнию, нет? Единственная молния, и та попала в цель, да? Ничего себе, вторая молния. Да делает работу. Вот что ты сейчас делаешь, а? Вот. Отвинчиваю что-то снизу, блядь. Ну ты говори. Крышку что-то. Это не низ, это вверх. Вверх? Он перевернутый, что ли? А второй тоже перевернутый? Да. А почему так? Потому что крепление снизу, да? Изображение потом поворачивают, да? Ну, шламщик с ним еще один ряд. Че ламщики? Светит только одним рядом. И че? Хватит? Интересно. 22 градуса. Че я сделал вот? Вытащил старую лампу, да? Как ты понял, что она сгорела? Там значок крепит. Давай новую. Отключай, потом включишь. А где новая?
Кинескоп просит. И сколько она стоит без? Ну а как ты засунешь корпус? Это вообще не... А? Пружинка. Вот это что ли? Перед стеклом был. Перед стеклом? В смысле сбоку где-то. А нахер что-то пусть, пусть стоит. Лежать. Че, вам форму не выдают в парке, что ли? А? Рабочие. Ну ты же без формы. Ну я сейчас этот не от тебя говорю, а от зрителя. Ты должен мне как зрителю отвечать. Комментарий? На комментарий ты уже не отвечаешь почти. Только на самые лучшие. Только адрес свой не присылай. Потом будет распаковка, короче, шоколадок. Не... Я, кстати, хотел заснять видео шоколадок, который мне, короче, подарили за ремонт целую кучу. Они что, целые, что ли? Нет, я их съел. Обертки потом решил оставить. Думаю, обертки хоть покажу. Тут самое сложное — это ставить ее туда-обратно. Она криво вставляется. А... Первый раз не ставится. А протирать что там? Что протирать? Где? Ну, он иногда вот в табличку выскакивает. На, а, это замените фильтры или что там? Почистить фильтры. Где их чистить? Они с другой стороны. Плохо. Стал, стал, короче. Тоже сбоку. Какого года аттракцион? Нет. Ты не знаешь. Ты и есть парк, ты все знаешь про парк. Я ничего не знаю про парк. Я и есть парк. Вот я тебе, блядь. Ты только музыку потом не накладывай, а на это. Будет называться не Пушкин парк, а Пашкин. Пашкин парк. Блин, там посетители. Табличку видят, но сейчас все равно зайдут. Здесь сразу говорил, что это... Нет, не уж не зашли. Сейчас увидят тебя, короче, зайдут. Я аттракцион работает. Нет, просто так табличка висит. Решили проверить вашу смекалку. Какой день работаешь? Ты как у Мальцева, до революции осталось 365 дней. Ты давай нам сейчас канал закроют. Мальцева, привет. Кстати, он вчера я ролик смотрел, новости Саранска читал про мужика, который из окна выпрыгнул в костюм Бэтмена. А он еще свою любимую историю про этот не рассказывал? Про левые ноги и медицинский колледж нахуй. Нет? Я мало смотрел серии. Серии, блять, у него это любимая история, нахуй. Он же там каждый день какие-то новости читает, когда это произошло. Пока его смотрел, он три раза ее рассказал мне. Еще одна история. Короче, это... Он тут был то ли другом, блять, какого-то следователя, то ли кем. У него друг был здесь. Здесь? Саранскина. Да, он был здесь, типа. И этот, типа, там нашли левые ноги в сугробе. Одну левую ногу. Приехали, а еще 40 штук. И все левые, нахуй. Да, человеческую. Ну, не живая там, в остальном не было. Понятно.
И все ноги, короче, левые. И там этот... Маньяк не в шаш? И там этот, там, пока начальство не приехало, он там ехал очень долго, блядь, целый день не убирали их, прям на улицу валились. Он типа ругал, почему, блядь, нахуя тут начальство нужно. Эти сняли, сфоткали, блядь. Все равно начальство ничего не делает, нахуй. Ничего не поможет. Он же не занимается этим непосредственной работой на земле. Но все равно их ждать, нахуй. Этот. А потом, короче, кто-то посмотрел напротив этого места сугроба, и там был медицинский колледж, нахуй. Где Кулагарёва, что ли? Не знаю, блин. Я не помню, как... Колледж там? Ну вот, напротив него, и, короче, они решили, что этот просто отходы от... С колледжа, да? Да. Потому что все ноги левые, нахуй, ёбнули туда. Сегодня нет. Режем правую ногу. Нет, короче, давай. Все 30 студентов резали. Ну они там трупы режут, если ты не знаешь. Ну догадывался. Этот. Вот. Дело закрыли. За отсутствием преступления. Или я не знаю зачем, блядь. Но закрыли, короче. Только ты это место вырежи, нахуй. Да. Мальцев. Самое интересное. Да Мальцев это там. Я это. Там же, когда пересказываешь, остается только 70-80% от оригинала. А когда пересказывают пересказанное, 50-60. А когда третий пересказывает пересказанное, 30-40. Отсюда слухи берутся. Там на 20-м уже ничего не остается от оригинала, блин. Жил-был дед и бабка, нахуй. Все. Все справа ногами. И обе ноги правые, нахуй, короче. Ничего не заворачивается. Верхушка вот заворачивается. А эти крайние. Ты знаешь, что он Парнас там выиграл голосование? Нет. Мальцев. Как не знаешь? Его по радио «Свобода» ругали сильно. Давайте отменим голосование к черту. Потому что он выиграл? Да, там какой-то либерал был, позвонили ему. Голосование по партии? Вообще все голосования, чтобы таких людей не выбирали, как Мальцев. Там предложил какой-то либерал. Я говорю, ты придурок, бля. Какой ты после этого либерал, на? Ну, в принципе, ведущий ему то же самое сказал. Передача. Передача. А хер её знает, там... У них там на радио «Свобода» они загружают там, не знаю чего. Вот поговорили об этом, такая тема. И говорят там этих вызывают экспертов там. И какой-то этот журналист, что ли он был. Блять, давайте все голосования отменим к черту, чтобы Мальцевых не выбирали. А он выиграл парнасовские эти голосования. Правильно? Да. То есть он должен был второй в списке после этого. Кто у них там, блин? Навального? Касьянова. Касьянов же возглавляет список, и это типа не обсуждается. А вторым вот по голосованию Мальцев. А после того, как он там вторым, ну, выиграл праймериз практически, там уже это. И данные сайта их как-то казалось взломаны, да? Все. Да. Это он выиграл, да? Да. Но они же не закончились, как бы. Все 70 тысяч подписчиков, что проголосовали. Ну он каждый раз в начале, в конце и в середине роликов. Давайте этот. Переходите, голосуйте. Он... Мне что-то так и не выиграли. Я туда тоже явку подавал. Ты сейчас это наговоришь на статью, Паш. Как удалить эту, блин, запись?
Вот да, и отсюда винтой возьмем. Ну, один-то достает. Они все отвинуты. И потом еще здесь яркость надо будет убавить. Я здесь яркость на 100% поставил. Где? Потом меняем. Она должна быть 50. Я же увеличил яркость, чтобы лучше светило. Нагревается.